Христос воскресе, и миром твоих смертью на смерть наступи, и гробным живот дарова. Христос воскресе, и миром твоих смертью на смерть наступи, и гробным живот. Благословение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса на рабе Божией. Агафий, снаприс, на его веки веков. Аминь. Христос посреди нас. Все, слава Богу. Здорово живете, Агафья Карповна. Как перезимовали? Ну, слава Богу, на своих ногах. Сама к нам пришла через реку. Мы уж тут собирались бродить. Мелко. Помельче, ага. Тут так глубоко, ну и мосток. Мосток что-то повалился, да? Да, на рыбу свалился. А, понятно, да, по нему уже не перейти. Перейти можно? Можно, да? Да. Карповна, мне дало в это время мало дали. Пойдем, я тебя... Пошли. Исправлю тебя, пойдем. Исповедуй, причастишься у меня. Пойдем. Пошли сразу, а я ботинки возьму. Ну, в общем, вы нуждаетесь, да, в нашей помощи? Да. Зимой тоже уже, да? Дровами-то, и дровами-то только теми, все лето занесли. Ага. Теми только я дровами-то. Агафья Карповна, а вы вообще температуру определяете сами? Как? Вы кого? Градусник? Да, да. А, у вас градусник есть там? Градусник. Сейчас сколько тут было зимой? Минимум. Самый низкий. В ноябре был до 34. 34? Очень холодно. А потом мели, потом сошло на наливу, и лед-то сопрел. Выше там как-то расстоял переход, а тут не совсем рухнул.
клали в дровник. Мне сегодня сделать по два повестки. Или по одному носить. Вот приезжает опять Андрей Викторович. Кто-то не снимает. Кого собирает. К зиме готовится он. Что-то собака подозрительно пряталась в будку, но я от этого не помню себя. Самые сильные эти лани высылал он. Петель подожгла его без него. Называться врутся лето, вот это пасхалья. Вот его. Вот круг луне, как вот он сказал. Я в первый день Пасхи именины у меня. Мне светала заревая суббота, а вот после завтра. Вот была пятница, а нынче с 1 марта вот. Так вот. Те засислы, и вот высоко, вот это было 14-го. Она была 15-го. А когда вы счет дням потеряли? А, не, не, не было дня. Книги или что? Не, дни того вот они. Ага. Не, у нас три было устава-то. А вот эту вышла. А, закончилась? Закончилась, Вась, вот она. Было с ногами плохо совсем. А, были лекарства, а теперь вот лекарства с козами, да я все. Именины будут у меня на Страстной неделе во вторник, а потом будет Пасха 31 марта. А то я не знаю, где Пасха будет. Нам пришло, как стояли, молились мы с Хросной. И меня на ум присло. Чему ж? Ну только искупаешься. А там-то да. Я не перекину их. Почему? Нет, да я вместе сходим сейчас. А-а-а. Я с ним. Только ботинки бери, все пошли. Нельзя. Ага. Переходила, вот. Ага. Откапывала.